Жалгаше тоже прошел большой той в честь праздника Наурас. И стар, и млад несли свою лепту в празднование Дня обновления. Аксакал и район на зидании молодежи демонстрировали ритуал приветствия. Бабушки приготовили музыкальное шашу. Акиму района была предоставлена честь провести цаукесу малыша. Прошлый год для района был успешным. Собран хороший урожай. И на этот год намечено немало новых задач. В районе в дни Наурыза проходит мероприятие по пропаганде нашей национальной одежды, блюд, игр. Во всех учреждениях появилась традиция ношения одежды в этностиле. Наурыз – это символ обновления и возрождения. Поздравляю с праздником, процветания и благополучия каждому дому. Наурыз в этом году празднуется 10 дней. В районе проведено очень много разных мероприятий. Каждый почувствовал праздничный дух. И млад, и стар сажали деревья. Наурыз в очередной раз показал, что это праздник единения, взаимоуважения. Желающие могли принять участие в различных состязаниях. Наша команда из аула Ахсо приняла участие в перетягивании каната. Слава Всевышнему, завоевали первое место среди 7-8 команд. Очень этому рады. У всех хорошее настроение. Поздравляю с праздником Наурыз. Той завершился праздничным концертом. Лимар Ирибаева, Максат Карибаев, Баужан Хожамуратов, Турихан Хожахметов, телеканал Кызылорда.